Раз-раз, прием. Всем здравствуйте, друзья, меня зовут Кирилл. Я зарабатываю в интернете путем добычи криптовалюты, а конкретнее биткоин. Чтобы узнать, что такое биткоин, вы можете, я не буду вам объяснять, что это такое, вы можете загуглить это, узнать. Вот, в общем, делюсь с вами своей историей, как я, не вкладывая никаких денег, зарабатываю настоящие деньги, которые доходят, которые уже были сняты и как бы опробованы мною полностью со всех сторон. Значит, друзья, как вы видите, перед вами сайт. Сайт называется этот bitsler.com. Это сайт наподобие онлайн-казино. Он помогает людям по всей планете зарабатывать криптовалюту. И значит, расскажу немного о функционале сайта. О функционале сайта. Как вы видите, здесь у нас отображается ваш кошелек с биткоином. Также здесь есть и другие валюты: эфир, лайткоин и доджкоин. Здесь вы видите, что можно делать депозит, выводить деньги. И также основная часть, где вы видите непосредственно сами ставки. Вот. Для новых пользователей, которые будут первый раз наверняка переходить на этот сайт, при загрузке сайта вы увидите нечто вот это. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте, начать зарабатывать, нам нужно сделать несколько этапов. Давайте сделаю это при вас. Смотрите, чтобы зарегистрироваться, нам нужно выбрать наш, как говорится, username, то есть ваш никнейм, ваше прозвище, ваш псевдоним, который будет использоваться в интернете для определения, кто есть кто, кто вы. Давайте какой-нибудь с вами придумаем, например, пусть будет так. Кирилл Лондон. Так, я подтверждаю, что мне больше 18 лет. Нажимаю Play Now. Дальше у нас выскакивает такая капча. Капча – это подтверждение того, что на сайте в данный момент находится не робот, не бот, который автоматически регистрирует новые аккаунты, а человек. Вы нажимаете «Я не робот». Далее вводите капчу, выберите все изображения, где есть дорожные знаки. У вас может быть абсолютно другая капча. Мы выбираем два рисуночка, где у нас есть дорожный знак. Нажимаем «Далее». Выберите все изображения, где есть дорожные знаки. Опять выбираем, где у нас есть дорожные знаки. Нажимаем «Подтвердить». Проходит несколько секунд, и мы видим, что мы попадаем на начальную страничку нашего онлайн-казино. Вот наш никнейм. Далее мы переходим, после того как мы зарегистрировались, нам нужно сделать наш пароль, установить пароль. Сюда мы придумываем наш пароль. Сейчас сделаем пароль. А, у нас пароли пишет не совпадают, извиняюсь. Отлично, пароль наш установлен, все. Далее, смотрите, друзья, подсказываю заранее, чтобы в дальнейшем нам получать бесплатные сатоши, то есть вот что такое сатоши? Биткоин, да, можно сопоставить с рублем. На данный момент, сейчас я вам покажу, сколько стоит. Секундочку.
На данный момент один биткоин равен 574 долларам. 574 доллара. Один биткоин. Один биткоин 574 доллара. Ребят, еще раз. Я просто в шоке. 574 доллара. Один биткоин. Если перевести это в рублях, 574 умножаем на. Какой сейчас курс доллара? 65, 38. Умножаем на 65. Получается, один биткоин равен нам 37 тысячам рублей. Так вот, что касаемо биткоина и рубля. Представьте вот, что есть рубль и копейки. То есть, один рубль состоит из 100 копеек. То же самое есть сатоши и биткоин. Биткоин это как рубль, а сатоши это как копейки для рубля. Так вот, вы видите, что у нас биткоин состоит из одной целой точкой, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 нулей, друзья. 8 нулей. То есть, один биткоин это 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ребята, 8 нулей. В миллионе у нас 6 нулей. То есть получается 100 миллионов сатоши. Это у нас один биткоин. Так вот, друзья, у вас прекрасная возможность заработать бесплатно биткоин. Сделать это самому. Но чтобы это сделать, нужно приложить усилия. А прикладывать усилия нужно в среднем около часу, двух, трех, четырех, кто сколько сможет в день. Чем больше вы сидите и прикладываете усилия для заработка этого биткоина, тем быстрее он у вас получится. Хочу показать, как это сделать. Вот, при вас я зарегистрировал новый аккаунт Кирилл Лондон. Я захожу в раздел Settings. А, секундочку. Я захожу в раздел Аккаунт, Edit Avatar. Нам нужно сейчас с вами установить аватар. Нажимаем Upload Avatar. Выбираем любую фотографию с компьютера, которая у вас есть. Устанавливаем ее. Нажимаем вот эту зелененькую кнопку. Все, ваш аватар готов. Вы зарегистрировались, установили себе пароль, сменили аватарку. Все. Обязательно, ребята, запоминайте либо браузером ваши логин, пароль, или записывайте куда-нибудь в блокнот, или держите контакты, чтобы никогда ни в коем случае не забыть ваш логин и пароль. Для чего мы установили аватар сюда? Для того, чтобы принимать участие в чате. Вот видите, у нас вот мы нажали кнопочку сверху слева, вот эту, чат. Ее нажали. И здесь высвечиваются флажки стран. То есть есть Англия, Россия, Филиппины, Индонезия, Бразилия. Мы нажимаем русский чат. Вообще мы можем нажать любой чат, но мы же с России, поэтому мы нажимаем русский чат. И через час, когда аккаунт вы зарегистрировали, то есть вот мы зарегистрировали в 2:55, да, грубо, я не знаю, сколько уже времени пишем, 2:57. И ровно через час мы можем общаться в чате. После того, как мы общаемся в чате, да, вот сюда вот что-нибудь пишем, вот нам показывают request abort, потому что через час можно нам только будет в чат писать. После того, как вы здесь ведете постоянную активность в чате, вам бесплатно, рандомным образом, рандомно значит, что, ну, случайным образом вам могут начислиться бесплатные сатоши. Сатоши могут начисляться вам вплоть до, я не знаю, 9 миллионов, по-моему, сатоши или там 9 тысяч сатоши. Короче, друзья, сумма не важна, она рандомным образом абсолютно выдается. Так вот, как нам начать зарабатывать? Мы нажимаем в меню слева Free BTC. У нас загружается вот такая капча, фаусет. Фаусет значит, что мы сейчас будем с вами вводить капчу и зарабатывать наши бесплатные биткоины. Итак, мы видим, что на картинке у нас написаны какие-то буквы английские, предложения, фразы.
Также на компьютере, на клавиатуре мы набираем эту капчу. SkyPulse. Нажимаем Get Faucet. И, о, друзья, чудо! Мы только что получили 300 сатоши. 300 сатоши, друзья. Это наш стартовый баланс. 300 сатоши. Так вот, друзья. Теперь внимание. Супер стратегия. На начальных... Тут, кстати, можно менять оформление. Белое, черное. Кому как. У меня сейчас 3 часа ночи. Мне для глаз лучше черное. С этих 300 сатоши нам нужно поднять как минимум 3000 сатоши для того, чтобы применить нашу... для того, чтобы применить нашу основную стратегию. Как это сделать? Как с 300 сатоши подняться до 3000? Сейчас я при вас попробую это сделать. Мы заходим в раздел Dice. Это позволяет вам вручную выбирать вашу ставку. Раздел Automated Betting. Это раздел автоматических ставок, то есть вы сами выбираете какие-то настройки, нажимаете старт, и у вас система автоматически начинает кликать за вас. Также есть раздел Flash. Раздел Flash, внимание, не обращаем. Здесь от приблизительно 300 ставок в секунду. Этот раздел используют только, скажем так, старички этого сайта, которые имеют на своем аккаунте по большей степени, чем 5 биткоинов на своем счету. Это позволяет легко и быстро в супер ускоренном темпе 300 ставок в секунду делать гэмблинг. Гэмблинг, то есть, ну, делать игру на сатоши. Итак, заходим в раздел Automated Betting, ставим amount, наше количество, ставим 1 сатоши. Вот видите, у нас 300 сатоши. Мы ставим одну сатошку. Выбираем payout. Payout — это значит, насколько будет умножаться наше число при выигрыше. То есть вот здесь при шансе 49.5%, при шансе выигрыша 49.5, у нас наша одна сатоша будет удваиваться на 2. То есть выплата 1 сатоша будет с выигрыша. То есть одну сатошу, которую мы поставили, она удваивается и нам приносит прибыль в размере 1 сатоши. То есть в итоге с одной мы получаем 2. Также здесь мы можем выбирать roll under to win. То есть при наших ставках выпадает какое-то определенное число. Это число от 1, от, вернее, не от 1, от 0.01 до 100. Мы выбираем, мы вот эту колоночку абсолютно не трогаем. Шанс, колоночку здесь 49,5. Payout 2. Дальше идем ниже. Лимит, ставку мы поставили. Дальше Automated Betting Options. Здесь мы можем выбрать лимитированное количество роллов. То есть роллов — это количество ставок, которое сделает наш автомат. Здесь мы галочку убираем, ничего не ставим. Скорость ставок мы выбираем самую максимальную. Дальше. Winning events, то есть события, которые делаются при выигрыше. Мы оставляем return to base amount, то есть при выигрыше наша ставка возвращается на изначальную. То есть если мы выиграли 2 сатоши, 3, 4, 5, после выигрыша наша ставка возвращается на 1 сатошу. Дальше. Внимание, друзья. При losing events, при проигрыше, наши действия. Мы нажимаем increase, decrease. То есть increase — мы увеличиваем нашу ставку на, сюда мы пишем, 88%. Еще раз. 1 сатоши. Здесь мы ничего не трогаем. Payout 2. Шанс 49,5. Limit numbers of rolls мы не трогаем. Скорость максимальная. Winning events мы не трогаем. Return to base amount. При проигрыше увеличиваем ставку на 88%. Друзья, нажимаем roll dice и ждем, когда мы выиграем хотя бы 200 сатоши. Нажимаем roll dice.
Все. Здесь мы видим, у нас пошли наши ставки. Вот в реальном времени вы видите, одну ставку выиграли, две, семь проиграли. Здесь показывается наш шанс успеха, наш шанс удачи, lucky. То есть в соотношении проигрышей и выигрышей мы сейчас, вот у нас 80% удачи. Wagered это значит, что вашу продуктивность на сайте в заработке биткоина. Точно, друзья, не буду говорить, что это значит, но как я понял с перевода с английского, что это значит, ну, ваша продуктивность. Давайте даже переведем. Все, мы поставили, друзья, и у нас вот мы видим профит наш в реальном времени. Мы сейчас в плюсе на вот 22-24. Он автоматически ставит наши ставки. Мы можем нажать чуть ниже My Bets, то есть наши ставки. И в реальном времени он показывает, что вот у нас ставочки идут. Ставочки идут где-то выигрывают, где-то проигрывают, где-то выигрывают. И все ставки в нашем реальном времени, они показаны. Мы сейчас в плюсе 33-35 сатоши. Напомню, что нам нужно хотя бы получить 500 сатоши для дальнейших действий, которые я вам покажу. Это мы пока убираем. Заходим, открываем страничку переводчика Google. Сейчас, чтобы не быть совсем уж безграмотным, мы посмотрим, что такое wagered. Ставки. Да, наши ставки. То есть с английского wagered это наши ставки. Ну, друзья, wagered, я думаю, это количество профита нашего. То есть, ну, то, насколько мы продуктивны на этом сайте, то, насколько продуктивно мы ведем эту работу, то, насколько мы продуктивно зарабатываем биткоин. То есть какое-то соотношение сатошиков в проценте, да, там, к нашему заработку в итоге. Итак, друзья, ждем, никуда не спешим. Можно налить кофе, расслабиться, попить что-нибудь, скушать что-нибудь в то время, как наш биткоин автоматически зарабатывается. И вот мы уже в плюсе 58, 56, 60 сатоши. Вот мы видим, что постоянно все обновляется. Забегу, ребят, вперед и скажу, что на самом деле заработок биткоина включает в себя некоторые аспекты для, ну, некоторые хитрости, которые нужно применять в итоге с разными сайтами, да, какие-то манипуляции делать, чтобы в итоге получить большую отдачу от этих сайтов. То есть, чтобы нам получить больше биткоина, нам нужно проделать некоторые махинации, чтобы в дальнейшем получить большую отдачу. Эти все подсказки, штучки, махинации, да, какие-то помощники, я вам все обязательно покажу. Если вам это видео понравится, пожалуйста, дайте знать. Вот смотрите, у нас была ставка сейчас только что минус 53. То есть при проигрыше наша ставка увеличилась на 88%. У нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проигрышей. На 7 проигрыш, на 8 ставку наша ставка сыграла. И то есть в итоге мы отбили все и даже стали в плюсе. Ребят, мы 75 сатоши уже в плюсе. Давайте дойдем до соточки, я вам покажу первую подсказку, которая поможет нам в дальнейшем для заработка биткоина. Здесь есть раздел, помимо чата у нас есть раздел Mailbox, то есть ваши сообщения. Дальше Notifications, ваши оповещения. Здесь вы можете посмотреть ваши трофеи, то есть вы выиграли награду Rocky Betting Achievements, то есть при каких-либо движениях, да, на сайте, манипуляциях, вы получаете определенные заслуги. Вот мы видим, что мы самую первую заслугу получили. Также есть раздел Settings. Здесь вы можете выбрать Notification Sounds, что значит оповещать нас разными звуками о каких-либо событиях. Message Sounds также можем включить. Это говорит нам о том, что при поступлении новых сообщений, ну, появляется звук.
И также баланс дисплея. Мы можем выбирать, что наш баланс отображается либо слева, либо справа. Кому как удобнее, друзья. Я привык, что справа. Итак, ребят, смотрите, мы в плюсе 100 сатоши. Мы нажимаем Stop Pilot Mode. То есть прекращение автоставок. Все, наши автоставки прекратились. Итак, ребят, только что при вас мы заработали 108 сатоши. И начали примерно в 3.05, да, там, ну, грубо говоря, за 5 минут мы заработали 100 сатоши. Отлично. Это начало положено. Это не так много, друзья, это очень даже мало, я вам так скажу. Но начало положено. Дальше. Чтобы сайт нас не обнаружил, да, нашу активность, что вот новый аккаунт, мол, создан, и этот аккаунт начал уже получать, да, свои бесплатные сатоши, начал как-то раскручиваться, и чтобы нас система не слила до нуля, то есть не слила наши бесплатные сатоши, нам нужно что сделать? Зайти в раздел «Аккаунт», «Probably Fair», то есть ваша... Сайт говорит о том, что каждая ставка, она имеет свой определенный сервер сид, то есть определенный код, да, клиент сид, то есть каждая операция, она индивидуальна, и каждую операцию, которая проходит, да, каждую ставку, можно будет просмотреть. Для того, чтобы наш аккаунт система не распознала, как то, что мы начали выигрывать, мы нажимаем Change Your Seeds, меняем наш протокол. Все, получили подтверждение success, что выполнено. Обязательно обновляем страничку. Обновили страничку. Так, заходим опять в раздел Automatic Betting и повторяем нашу процедуру. Нажимаем 1 биткоин. Здесь ничего. Стоп беттинг. Скорость максимальная. Здесь процент 88. И нажимаем Roll Dice. И опять наблюдаем, как наши биткоины зарабатываются. Ни в коем случае, друзья, не пугайтесь, если у вас будет там минус 10 проигрышей подряд, минус там 20 у кого-то в дальнейшем будет. Опа. Вот смотрите, я успел нажать стоп ставки. Заходим в раздел MyBets, мы видим, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз система сказала нам нет. То есть при шансах 49,5% 6 раз система сказала нам нет, но на 7 раз наша ставка сыграла. И в итоге мы находимся сейчас чуть меньше при своих, то есть, ну, при своих деньгах. Еще раз. Нажимаем, то есть тут нужно следить, друзья, за кнопочкой Roll Dice. Если мы видим, что ну, у нас, допустим, 1000 сатоши на счету, и мы видим, что 8 раз система нас слила, у нас там, грубо говоря, остается 200 сатоши на 11 ход, чтобы система увеличила, да, нашу ставку на 88%. На 11 ход мы видим, что нам не хватит наших сатошек. Мы нажимаем резко стоп. Стоп Roll Dice. И тогда вы автоматически остановите ваши ставки. И тогда вручную уже будем из этой ситуации выкарабкиваться. То есть каждую ситуацию с вами отдельности мы будем обговаривать. Поэтому, если будет нужна моя помощь в заработке, обращайтесь ко мне, я вам чем смогу, тем помогу. Дальше, друзья. Что ж, 6 раз у нас не прошло, на 7 у нас сказала да. Поэтому что нам нужно сделать? Мы возвращаемся опять. Обновляем нашу страничку, ничего страшного в этом не произошло. В итоге наша стратегия работает, мы дальше продолжаем зарабатывать. Нажимаем Automatic Bets. Выбираем одну сатоши. Скорость максимальную увеличиваем на 88%. Нажимаем Roll Dice и смотрим опять за процедурой. Нажимаем раздел MyBets и смотрим в реальном времени, что вот ставка сыграла. Видите, сколько подряд у нас зеленых. Это говорит о том, что у нас очень хорошая аура, что нам прет, друзья, и мы зарабатываем халявный биткоин. Напомню, что наша задача
добить 3000 сатоши. 3000 сатоши. Также мы видим на сайте внизу, где раздел My Bets, мы видим All Bets, то есть это говорит о том, что в реальном времени мы наблюдаем за ставками всех игроков, которые есть на сайте. Они обновляются в режиме онлайн. Мы видим, кто сколько на какую валюту ставит. То есть есть биткоин, доджкоин, лайткоин, как я вот говорил, эфир. То есть в реальном времени мы видим, что здесь вот проходят ставочки. Это MyBets, это наши ставки. AllBets, это все ставки. High Rollers. Это говорит о том, что раздел High Rollers, то есть раздел вот этих старичков, которые ставят большие ставки. Мы видим вот от одного юзера, то есть от одного пользователя, большое количество ставок. Мы можем посмотреть, что он ставит, его ставка равна 0.10 миллионов сатоши. Представляете? 10 миллионов сатоши. То есть это 1/10 часть биткоина. То есть представляете, да, у человека какой запас биткоинов, да, что позволяет ему делать такие ставки. Вот мы видим, что у него максимальный уровень 22, там как, ну, не максимальный, у него все звездочки максимальные горят, там 22 уровень. И вот у человека заработано за всю историю существования на сайте 38 биткоинов, друзья, 38,8 биткоин. Это очень много. То есть мы видим с вами, что реально сайт позволяет нам зарабатывать. Друзья, заранее извиняюсь, если у меня что-то в плане, да, там какой-то речевой ошибки, там грамматики, каких-то несопоставления слов, или я там что-то забываю, я буду вместе с вами ставить свою речь, стараться быть более грамотным, разговаривать, обосновывать свои какие-то, да, моменты, действия, разбирать с вами ваши действия, ваши ставки. Мы будем с вами общаться и вместе с вами делать нашу жизнь лучше. Мы будем зарабатывать биткоин, обмениваться опытом, но также, ну, становиться лучше. Мы будем самореализовываться, самосовершенствоваться тем, что мы общаемся с вами с друг другом. И так или иначе, работа, да, вот, у меня первый опыт работы на веб-камеру. То есть я сейчас общаюсь сам с собой, да, по веб-камере, но в той же мере я пытаюсь как-то на веб-камеру разговаривать более четче, более слаженнее, более, да, как-то не респектабельнее, а более в деловом формате, чтобы и в понятном формате, понятным языком, чтобы вам было намного проще объяснять, чтобы вы это поняли намного проще. Итак, друзья, смотрите, опять мы заработали 100 сатоши. Что делаем? Мы нажимаем Stop Pilot Mode. Внимание, мы заработали 100 сатоши. Мы видим, что за 10 минут, да, грубо говоря, мы заработали 200 сатоши. У нас, мы начинали с 300, у нас сейчас 515. Опять мы заходим в наш аккаунт, Probably Fair. Все остальные разделы, друзья, слева, которые вот у нас находятся, все остальные разделы, здесь Games, можете нажимать, это тут просто выбор игры, можете его вообще не трогать. Все остальные разделы, я, если вам будет интересно, я также могу объяснить. Кто на сайте не первый раз, он уже прекрасно знает. Ну а кто, так сказать, не новичок в компьютере, вообще же как-то разбирается в интернете, он с легкостью поймет, что другие разделы обозначают путем там метода тыка, да, выбирания этих разделов, там, нажимая на них, смотря. И как бы основные разделы я вам показал. Free BTC каждые 3 минуты позволяет при нулевом балансе позволяет вам на начальном этапе зарабатывать 300 сатоши каждые 3 минуты. То есть если вы эти 300 сатоши проиграли, да, там каким-либо образом, через 3 минуты вы можете зайти на сайт и еще раз забрать эти 300 сатоши. На начальном уровне, на новом аккаунте в день нам можно вроде бы 10 раз сделать, получить наши по 300 сатоши. Итак, мы нажимаем опять, мы заработали 108 сатоши, мы нажимаем аккаунт, Probably Fair, и меняем наш сид, наш протокол. Обновили. Обновляем нашу страничку. Обновляем.
Вот мы видим, что у нас уже 515 сатоши. Нажимаем Estimated Betting. Да. Что касаемо... Да, хотел еще забежать вперед. Сайт основан на человеческом факторе. А человеческий фактор, один из самых таких мощных, это алчность. В любом случае, да, вот в разделе автоматических ставок мы, не прикладывая усилий, зарабатываем на автоматически. Но зарабатываем мы, грубо там, 100 сатоши на начальном уровне за 5 минут. Чтобы нам быстрее заработать, сейчас я пойду на некоторую хитрость. Я нажимаю Dice, то есть ручная настройка. Здесь выбираю одну сатошку. Показываю нечестный метод, да, ну то есть не автоматически, но все же покажу так, как это делаю я иногда. Выбираю одну сатошку, нажимаю Roll Dice. Захожу в My Bets, то есть вот мы покажем, что наша ставка сыграла. У нас две ставки подряд сыграла. Я нажимаю еще раз Roll Dice, наша ставка проиграла. Нажимаю еще раз Roll Dice, наша ставка проиграла. Нажимаю еще раз Roll Dice. Наша ставка проиграла. То есть три раза подряд нам система сказала нет. Сейчас есть большая вероятность того, что нам система скажет да. Поэтому я нашу ставку поднимаю до 16 сатоши, нажимаю Roll Dice. Мы проиграли нашу ставку. То есть четыре раза система нам нет сказала. То есть сейчас есть очень большая вероятность того, что система скажет нам да. Я удваиваю наши сатоши, нажимаю 32 уже сатошек, нажимаю Roll Dice. И, о чудо, друзья, наша ставка выиграла. То есть начали мы с 515 сатоши, да, а у нас сейчас 529. То есть 14 сатоши я сделал за 1, 2, 3, 4, 5 ставок. То есть вы видите, да, как это быстро происходит умножением. А вот представляете, что будет на... ставках, где у вас будет, допустим, здесь цифра 2 уже, или вот здесь цифра 2. То есть вы будете вращать операциями, по крайней мере, где-то вот такими ставками, понимаете? Чем выше ставка, тем больше ваш выигрыш. Итак, наша ставка сыграла, я нажимаю опять. Играю, смотрю, наблюдаю за графиком, то есть... На сайте определенно есть какой-то алгоритм. Алгоритм этот прогадать невозможно, но можно почувствовать, да, почувствовать этот сайт. То есть мы видим, что 4 раза нам дало, нет. И мы видим, понимаем, что при проценте выигрыша 49,5% большая вероятность того, что при многократном, да, там, 5-7 раз нам система сказала нет, но 8 раз наверняка нам скажет да. Когда-то же она нам скажет да в любом случае. Поэтому мы, вот, допустим, 4 раза сделали ставочку. Мы сейчас хоп и идем по-крупному. Нажимаю Roll Dice. Бах, друзья, 128 сатошиков у нас на 5-й раз сказала да. И мы только что умножили наши 128 сатоши на 2. Мы видим, как быстро у нас увеличилась сумма. Уже 651 сатоши. Друзья, у меня большое подозрение, что сейчас система снова скажет «да», поэтому я нажимаю еще раз. Да, есть, друзья, я не ошибся. Просто чувствуйте, включите вашу ментальность, друзья. Включите ваше подсознание. Вы зарабатываете биткоин. Друзья, включите все ваши внутренние какие-то чакры, мантры. Подключайтесь. Вы есть то существо, которое каждую долю секунды взаимодействует со Вселенной. Вы создаете ваше будущее сами. Вы должны сфокусироваться и настроиться на положительный итог, понимаете? Вот, у нас уже 779 сатошек. Нам надо 3000, чтобы наша система заработала 3000 сатошек. Чтобы показать вам систему, которая дает гарантированный заработок в автоматическом режиме биткоина. Еще раз. Мы возвращаем сейчас. Мои чувства подскажут, что наша ставка не сыграет. Уже Roll Dice. Смотрите, сыграла. Нажимаю Roll Dice. Roll Dice. Играем.
Кстати, мы же удвоились, да? И вот что я забыл сделать, друзья, всегда не забываем делать, чтобы система нас не запалила, сайт нас не запалил. Мы обновляем наш протокол. Обновили. Это секундное дело, мы обновили его. Итак, продолжаем играть дальше. Надеюсь, это видео получится не сильно долгим, но в любом случае, если оно получится долгим, ничего страшного. То есть вы видите, что я, ну, как объясняю, все показываю дословно, ну, прямо по шагам, и все это в прямом эфире, что я не жульничаю, да, там никакие не использую там сторонние программы, да, хотя я вряд ли думаю, что какие-то существуют скрипты и прочее. То есть есть люди, которые знают, да, там, что есть какие-то скрипты, стратегии. Ребят, наверняка они есть, но я не думаю, что они в открытом доступе находятся, да, там. А то, что в открытом доступе есть, оно проверено уже мною и другими людьми неоднократно, и это в итоге все сливает. Поэтому прямо при вас вот новый аккаунт. Мы начали с 300, 478 сатошиков уже заработали плюсом, и это наше начало положено, и мы зарабатываем с вами биткоин. Друзья, если все получится, я запущу марафон, да, то есть видео будут продолжаться, я в прямом эфире, да, при вас путем загрузки вот этих видео, общения с вами, и я буду зарабатывать биткоин так же, как вы. Нажимаем Automated Betting. Также выбираем одну сатошу. Скорость самая высокая, increase на 88%, и нажимаю roll dice. Все, нажали, пусть наш биткоин зарабатывается. Можем пока расслабиться, получать удовольствие. Хочу сказать, для некоторых... Эх, не успел. Вот видите, поздно нажал стоп, и система так, ну, так как на большой скорости крутилась, после нажатия стоп у нас еще одна ставочка прошла. Но смотрите, я хотел поставить, я увидел, что раз, два, три, четыре, пять ставок у нас не сыграло. То есть я знал, что на шестую ставку определенно должно было сыграть наши ставки. Я здесь хотел увеличить маленечко, ну, думал побольше дать, чтобы быстрее заработать. То есть в режиме реального времени наблюдайте ваши ставки. Ни в коем случае не отходите никуда. Наблюдать. Ну, я не говорю там вообще не отходить. Можете сходить в туалет, там, набрать кофе. Но лучше для быстрого заработка вам мониторить, да, наблюдать в реальном времени ваши ставки, чтобы в определенный удачный момент, когда много проигрышей, поставить ставку покрупнее и сорвать получше банк. Продолжаем. Так. Эх, опять не успел нажать. Сейчас опять хотел поставить. Ладно, продолжаем игру. У нас уже 800 сатоши. Друзья, напомню, что мы начали с 300. Все это в режиме онлайн. Опа! Смотрим, друзья, смотрим сюда внимательно. Я успел нажать стоп. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз нам система сказала нет. То есть у нас сейчас есть большая вероятность того, что на восьмой шаг, да, или на последующий шаг нам система скажет да. Последняя наша ставка здесь была 53 сатоши. То есть мы нажали стоп, теперь заходим в раздел Dice, то есть ручной настройки. У нас в банкролле, то есть в нашем банке сейчас 700 сатоши,
И я подозреваю, что сейчас система может выстрелить нам и сказать да. Поэтому я здесь поставлю 250 сатоши ставочку и нажму roll dice. Друзья, наша ставка проиграла. Ничего страшного, не волнуемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы нажимаем all in. То есть все наши ставки. 8. И нажимаем roll dice. Он спрашивает нас, вы уверены, что вы хотите пойти all in? Мы нажимаем да. Бах, друзья, на девятый раз наша ставка сыграла. То есть чувствуйте, чувствуйте, друзья, малая вероятность того, что при шансе 49,5 вам система на 10, да, там на 11, на 12 ход скажет нет. То есть в любом случае, там 10 раз сказав нет, на 11 раз она вам скажет да. То же самое, друзья, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь раз она нам сказала нет, на 9 она нам сказала да. И мы видим, что мы с вами в плюсе. У нас уже 902 сатоши. Дальше мы нажимаем Automatic Betting. Мы же выиграли, друзья. Мы нажимаем опять Probably Fair в аккаунт. Меняем наш сид, наш протокол. Обновляем страничку сайта. То есть мы видим с вами, мы начали в 5:05 за 25 минут времени, да. То есть я вам еще объясняю, да, как-то я это вручную ставлю. То есть мы уже плюс 600 сатоши. То есть мы утроили изначальную ставку, которая у нас была бесплатно сатоши. Я думаю, это неплохо. Нажимаем Automatic Betting. Нажимаем 1. Увеличиваем скорость. Нажимаем Increase. Здесь ставим 88%. И ставим Roll Dice. То есть, ну, автоматически. Играть автоматически. Все, запустили, занимаемся, можем заниматься в это время своими делами, друзья. Так, извиняюсь, посмотрю, сколько видео у нас идет. По продолжительности оно идет у нас 42 минуты уже. Ого себе. Ничего страшного. Я хочу, чтобы вы в реальном времени видели, что как это делается. Отлично. Пока все идет хорошо. Друзья, наверное, чтобы лишний раз у вас времени не отнимать, да, чтобы впустую не сидеть, не молчать, да, и не наблюдать, как ваш биткоин капает, я запишу второе видео о том, как мы набрали 3000 сатоши. И во втором видео я вам покажу основную стратегию заработка сатоши. Поэтому всем до встречи, с вами был Кирилл. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите свои комментарии и до встречи.